Союза. Вот мы завершаем пребывание в селе. И вот такая благодатная картина неба. Тучи такие. Вот. Сейчас все тихо, тепло. Ну так градусов, наверное, 20-22. Все затихает, вечер. Пожалуй, сейчас сколько по времени? Сейчас 8:30. Ого, 8:30 вечера. Еще люди вон там вдалеке копоршатся на своих огородах. Все благоухает и шепчет. Мы сделали сегодня с Витей и Димой такую немалую работу, да? Да. Что мы сделали, Витя? Дима, Витя. Набрали в бочку, положили листья. А мы не фотографировали, да? Да. Ну, пойдемте к бочкам, давай рассказывай дальше. Принесли ведра, но листья. Не, ну а где мы взяли эту зелень? Мы косили траву, там перед... Вот мы скосили траву около ворот, потом там Биля хаты. Вот, и тут около нашего домика травы. Потом, смотрите, взяли две бочки, они обе дырявые. То есть они воду не держат. Я купил для эксперимента такой, знаете, как, ну, как рукав, я бы сказал. Снизу 1,5 метра взял рукава. Снизу я его запаял утюгом, так, через бумажку. И вставил ее туда, в эту бочку. И потом уже эту траву туда напихивали, напихивали, напихивали. И литров, наверное, 70, а то и 80 воды уже сюда. Уже даже 80, наверное. Уже много воды туда налили. Закрыли ее, закомпостировали ее, законсервировали. Камешек даже Витя поставил, да? Да. Вот, и будем ждать результатов. А в эту, ну, теперь надо еще один рукав покупать. И тогда выбросим эту зелень оттуда, пусть она там себе настаивается. И так бродит, если хочет. Вот так вот мы будем делать органику, органические удобрения. Ну вот это такая работа. Понятное дело, что вот когда мы косили, там в основном я эту работу делал, и ребята вчера еще, то такой зелени там, ну, метровой высоты вот сюда понавозили, в бочке я ее прямо заталкивал туда, прессовал, вот так вот правильно сказать. Еще какие мы работы делали, Витя? Мы все сорняки біля цибулі порывали. Ага. Так, вот мы с Витей, кстати, Дима тут не участвовал, Дима проигнорировал работы. Видите, вот этот лучок. Лучок, посаженный в середине апреля. Сегодня конец мая. Вот он так уже поднялся. Вчера был огроменнейший дождь с молниями и такими громами, что тут сотрясался наш домик. Ну, он так выстоял, и понятное дело, что Витя и я прорывали от сорняков. Вот так вот чуть-чуть почистили, хотя еще тут есть над чем работать. Еще какие мы работы делали? Мы еще подперли дерево, чтобы не падало. Ага, мы сливу, которая вот, ну, так скажем, своими ветками длинными, ну, просто мешала ходить по нашей основной здесь дороге. Вот здесь вот проходит тропа, видите? Вот, и эти ветки были, ну, прямо так вот посередине вот здесь вот были. То мы так подперли. Ребята поприносили эти палки, мы тут их подперли. Ну, это такая работа небольшая. И что еще мы делали? Еще там с другой стороны. Смотрим. Еще с другой стороны подперли. Ну, вот и все. Да. А воду набрали, да?
да, в баллоны воду. В баллоны мы домой набираем воду. Я качал, ребята носили. Потом еще 6 ведер воды мы принесли сюда для хозяйства. Ну и все. Ну, вот так вот день заканчивается. Через несколько минут их позовут, тетя Валя позовет кушать борщик свежий. Да? Да. А потом через часик, после того, как Валентина еще помидоры досадит, рассаду, мы вырушим в обратную дорогу. Пока. Пока.